Несмотря на унылую погоду, выполнить свой гражданский долг и проголосовать лобнинцы пришли на избирательные участки в приподнятом настроении. Впервые за 10 лет жителям области предстоит выбрать губернатора. Что правильнее, выбирать или назначать губернатора? Мнение горожан оказалось единогласным. Надо выбирать. Не просто назначили, а каждый, так сказать, выразил свое мнение. Народ должен знать, за кого он голосует, кто будет губернатором. Это правильно. Идеальный губернатор, он каким должен быть? Справедливым, хозяйственным. Он должен быть, честный, конечно, не знаю, но он должен работать на благо города, на благо людей. Зарплату повышать бюджетникам. На пост губернатора Московской области претендуют 6 человек. Выборы прозрачны в прямом смысле этого слова. На избирательных участках, а мы побывали в школе номер 2 и номер 7, установлены прозрачные урны. Работают по 3-4 наблюдателя. Нарушений нет, все идет очень хорошо и как положено по распорядку. Как правило, с утра большую часть голосующих составило старшее поколение. Потому что люди, пожилые люди, наверное, рано встают, поэтому... И более ответственные. А вы всегда голосуете? Да, всегда. Всегда. Нет. А почему? Считаю, это долг. Это долг. Наш долг перед государством, перед собой. Ближе к обеду стала подходить молодежь. Шли целыми семьями с детьми. Как оказалось, даже самых юных горожан беспокоит будущее и города, и семьи. Зачем ты сюда сегодня пришла? Чтобы проголосовать за кого-нибудь. Больше всего бы я хотела, чтобы у всех все было хорошо. Но я хочу нормальную жизнь. Чтобы было все хорошо. У кого? У мамы. Для каждого избирателя, голосующего на дому, а это, как правило, люди с ограниченными физическими возможностями и граждане пожилого возраста, заготовлены небольшие подарки. У нас есть один избиратель, которому в этом году 100 лет. Это Теренцова Варвара Михайловна. Для нее, конечно, немножечко особый подарок. Поэтому здоровья им и благополучия. Не с пустыми руками ушли сегодня голосующие в первый раз. Им вручили книгу Ларисы Васильевой «Встречи на все времена» с автографом автора, бейсболку, диск с фильмом о любимом городе. Отметить своих избирателей, чей возраст далеко за 80 лет, решили и на участке 13-18. Вручили кружки с символикой Лобни. Мы решили, что дома за чашкой чая с символикой города они еще раз добрым словом вспомнят о том, кто о них заботится, помнит, кто желает им здоровья и будут чувствовать себя хорошо за чашкой чая. Наталья Лопатина, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков для программы «Акцент».